Чувашия вошла в топ-10 регионов-лидеров экологического рейтинга. Республика заняла 8-е место. По сравнению с итогами зимы, региону удалось подняться на одну строчку. Рейтинг составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» по итогам лета 2015 года. При составлении рейтинга учитывались природоохранный, промышленно-экологический, социально-экологический и сводные индексы. Расчет топ-листа осуществлялся информационно-аналитической системой на основании значимых событий в эко-, социо- и техносфере, а также оценки состояния окружающей среды.